Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick War Legacy. Ну что же, у нас с тобой миссии. Еженедельные уровни, да, именно. Переходим с тобой сюда. Так, ну что, я вижу, у нас с тобой открыт 43 уровень и 44. Давай глянем. Так, возьмем, наверное, с тобой хард. 8 очков улучшений всего лишь-то. Ладно, в первую очередь я улучшаю всегда лучника. Ну, наверное, еще гиганта улучшим, да? Так, и... надо шахтеров наших улучшить к скорости добычи. Ну, предположим, вот так вот, да? Оболочки мы с тобой, наверное, менять не будем. Или у нас что-то есть новенькое? Ну-ка, давай-ка глянем. Погоди-ка, я что-то не могу понять. Что это за оболочка, ё-моё, стоит у меня? А, последняя получается, да, самая последняя, окей. Так, здесь у нас с тобой стоит, блин, заморозка. У наших спартанцев, ну вот это вот. Так же, как у шаманов. Блин, надо как-то этих прокачивать, ребята, шахтеров моих. А, у нас 4 сундука еще, кстати, да. Получается 5. Давай-ка откроем, посмотрим, что у нас с тобой здесь выпадет. Ой, а это что такое, друзья мои? Так, спартанец. По-моему, это дубль, да? А что вот это такое? Блин, не посмотреть. Мне кажется, это какое-то заклинание. Вызов, может быть, зомбарей? Так, ладно, открываем с тобой следующий сундук. Хил, видимо, да? Это, походу, дело дубль, да? Поэтому нам дают 25 гемов с тобой. Так, смотрим, что еще. Кнут. Кнут, кирка и... блин, я не помню. То ли это ярость, то ли это вызывается кто-то. Врать не буду, ребята. Гемы. Оу, слушай-ка. Я хотел шахтеров улучшить. Вот они, ребята, улучшились у нас. Отлично, давай еще посмотрим, что у нас выпадет. Так, мечники и зомби. Зомбари что-то слишком много надавали. Так, посмотреть рекламу, получить звезду. А если я не хочу? Если я не хочу смотреть. 20, точнее 18 звезд нам нужно с тобой получить, чтобы открыть следующий сундук. Так, давай-ка я зайду тогда в оболочки. И, конечно же, вот, ребятушки, ха-ха. Так, сокращение времени оглушения, увеличение скорости движения и атаки управляемой единицы, дополнительное здоровье. Вот так-то. Вот на лукаре, блин, ну не хватает, ребята, мне лучников прокачать. Так, а здесь... ха, они были ледяными, а становятся вот такими. Savage. Бонусный урон нежити, то, что нужно нам. Так, увеличение скорости атаки, это понятно. И способность землетрясения. А здесь, ну, то же самое, только подожди-ка. Скорость движения, а здесь ненадолго замораживание, да? Управляемая единица. Слушай, ну у нас здесь идет бонусный урон нежити, а здесь она замедляет вражеские войска. Наверное, вот так вот все-таки мы с тобой возьмем, да? Ну, я считаю, что топчик. А где у нас посмотреть можно... а, вот. Что меня интересовало. Вот это что такое у нас. Безумие Капитона. Капитона метает свои копии и наносит... а, удвоенный урон в течение 20 секунд. Вот оно что значит, понятно. А вот эта вот корона, которую мы с тобой получали, где она? А, тут еще можно сделать. Ох, ё-моё, ты посмотри. Что такое кнут? Так, ускоряет юнитов. А, ускоряет тренировку юнитов на 20 секунд. Быстрее, короче, да? Можно призвать токсических мертвецов. Вот оно как, да? А это тоже, ребята, мертвецы, только прыгающие. А что такое корона? Ваша статуя восстанавливает часть своего здоровья и защищается мощными лазерами в течение 20 секунд. Вот это, кстати, хорошая, ребята, вещь. У меня еще вот этот есть. Призыв Грифона Великого. Супер мой. А вот это вот что такое? Так, спавнит... золотые шахты во время битвы.
Надеюсь, это как-то мне поможет. Ну что, друзья мои, мы с вами идем. Я готов. И мы с тобой будем проходить сейчас. Пережите ночь, говорят мне. Пережить ночь. Хорошо. Пережить ночь. Это мне нужно, наверное, ребята, побольше шахтеров. Ну-ка, давай-ка быстренько мы за них. Окей, так, идите. Еще один шахтер идет. Я хочу, наверное, великана сейчас призвать. Сейчас призвать великана. Мне нужно на него что-то копить. Нашелся тоже мне призывальщик. Так, иди. Так, ты иди, 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 иди. Говорю, что ты встал-то. Что там? Ох, ядрен Матрен, ты посмотри. Ты посмотри, кто тут на меня идет. Слушай, мне не нравится этот великан. Что я могу ему... Давай вот так вот вызовем. Я не уверен, что эти... Один только лишь? Да ну нафиг. Так, а он тоже, ребят, отправляет. На меня с... Нет, это не он отправляет, походу дела. Так, давай вызовем великана нафиг. Слушай, это случайно не вот этот... Что? Блин. Где же, где же, где же, где же ты встреча на манеже? Ё-моё. Блин, пока он сделает этот великан. Ребята, нужно что-то делать. Что тут сделать? Вот так вот сделаем пока. Блин, я же ему... Ребят, я же ему одевал другой этот скин. Почему он опять в старом барахле своем вышел? Скажи-ка мне на милость. Мне не нравится такой подход. Че, у меня всего лишь два. У меня всего лишь два, ребята, да. Два работяги. Надо вызвать еще одного. Слушай, мне кажется, надо еще, ребята, активировать, потому что, ну, не справляется у меня мой великан один здесь. Надо как-то помогать. А где добытчики-то? А вот они, добытчики здесь. Ну ты посмотри, что они творят, а? Блин, давай шахту сделаем с тобой. Мечник только сейчас вылупился, да? О-о-о, как тут все, друзья мои, запущено-то. А мы тут... Я боюсь, мы проиграем здесь с тобой. Великана уже, как видишь, завалили. И статую они начинают бомбить. Вы серьезно? И у меня не остались рабы. Ладно, пускай уничтожают. Что-то, ребят, не то. Кто у нас там... Во-первых, почему у меня, у великана... Так, сначала, конечно же. Блин, да я же хотел... Ай, ладно, хотел же этот сделать другой костюм, ребят. Да и у этих, по... Слушай, нам действительно нужно было с собой менять. Что это у них такое, ребята? Что это за... Броня, это самая начальная, самая первая броня у нас. Так, мне кажется, здесь лучше все-таки магов брать. Почему-то мне кажется, что маги будут, ну, посущественнее здесь, чем эти... Великаны, я могу, конечно, ошибаться. Я могу ошибаться. Лучники против зомби как-то не особо они хорошо тут показывают себя. Но надо капитонов, наверное, брать. Наверное, нужно брать капитон. Так, что мы можем с тобой здесь сделать? Улучшить скорость. Так, сейчас мы с тобой сделаем здесь немножечко, да? Вот он идет, 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 ребята, Хламон. Мне нужен как минимум еще один маг. Как минимум. Давай ускорим. 1200, блин, недешево стоит он. Ну! Отлично. В принципе, ребята. Не-не-не-не-не, ты бомби, бомби, правильно. Вот так вот по ним и бомби. Хорошо. Эй! Да ты посмотри! Отступаем.
А что нам даст это отступление? Они меня сейчас уничтожат, ё-моё. Атака. Не-не-не-не-не, мы не успеем, ребята. Пси. Короче, опять мы с тобой тут сфейлились. Да что же не так-то, я не могу понять. Слушай, я не хочу сначала. Можно мне, я не знаю, в магазин перейти или еще куда-нибудь? Что это за бред? Какого фига у меня на великане стоит вот это, когда я вот это вот должен... Вот это вот оденьте. Вот это вот убрать можно отсюда? Почему он не убирает, а? Как это делать, я уже забыл. Как это применить? Чего там? Почему нельзя применить? Нет экипировки. В плане нет экипировки. Что-то я не могу понять. Так, берем. И я не могу сделать экипировку. Почему? Почему не могу? Я не хочу с самого начала начинать. Можно мне вообще как-то выйти отсюда, в конце концов? С самого начала. Не пойму, ребят. То есть я уже не могу поменять, да? Выходит. Купить. Ну, купим, например, мы с тобой на наших шахтеров, да? Нет, все это не то. Сундуки, магазин, оболочку я не могу, ребят, поменять. Так, дайте я перезайду, а? В игру. Так, друзья мои, я еще, наверное, выберу все-таки режим сложности нормал. Значит так, 8 очков, да, у нас? Но мне нужны оболочки. Ну вот, видишь? Вот сейчас можно использовать, блин. Я просто тогда, видимо, забыл нажать на использование, ребята, и пошел. Вот ты сам видел, да? Со своим древним шмотом. А теперь как раз вот то, что нужно у нас. Все, великолепненько. По крайней мере, великан теперь будет наносить бонус понижите. Так, что я хотел еще сделать? Уровень сложности мы с собой немножко изменили. Так, лучники как-то здесь не особо рулят, поэтому будем улучшать с тобой великана. Великана и... Блин, наверное, лучника придется все-таки, ребята, прокачивать. И капитона. За уровень, подожди, за уровень. Прислужники. Как глушение, давай вот так вот сделаем, наверное. Все, ребят, думаю, что сейчас мы должны справиться. Во-первых, уровень сложности немножко мы с тобой понизили. Так, давай-ка мы сразу, наверное, сделаем ускоренную добычу. Давай-давай, ребята, добываем. Сколько там, 20 секунд, да, это длится, добыча. Окей. Так, ну что, у нас прокачан кто? Великан. Великан, да? И капитон. 1500 нужно нам с тобой накопить. И вызовем великашу. Так, давай-ка мы, наверное, еще разок с тобой ускорим все это дело. Нет, я это не хотел. Уже идет? Идет уже. Идет, друзья мои, этот охламон. Вот он подходит. Он там что, с елкой, что ли, идет? Или никак? Да, он с елкой, елки-палки. Так, вызываем тоже нашего великана. И лучники. А, они идут, идут. Блин. Так, хоть отступай, ребят, на самом деле, а? Великан только появился. Ну давай. Сейчас, конечно, наших шахтеров тут поубивают.
убивают к ядрене фени, ребята. Мы можем что сделать с тобой? Ну, наверное, вот так вот. В помощь, так сказать, нам. Сколько шахтеров у меня? Маловато, да? А вот и капитан выбежал. Так, великан пока стоит, ребята, отбивается как может. Тут, видишь, зомби-прыгуны и все-все-все. Кому только не лень здесь. Так, я еще одного лучника вызову. Так. Слушай, ну великан тут... Ё-моё, он все высылает и высылает, высылает и высылает своих этих... зомбарей. А у меня всего два шахтера, что ли? Нет, три. Три шахтера, ребят, работает. Дай-ка я, наверное, еще ускорю добычу. Так, лучники потихонечку продвигаются, ребят, вперед. Что он там делает? Он еще больше, по-моему, да, призывает? Слушай, ну капитан неплохо стоит. Давай-ка, наверное, еще одного с тобой вызовем. Конечно, не сбивает его с ног. Лучники как-то не особо себя здесь хорошо проявляют. Жалко, у нас нет нового скина для моих лучников. Куда же ты развернулся-то, а? Может быть, атаковать его в конце концов? Давай-ка мы сделаем атаку, ребят. Хватит на них любоваться, будем атаковать. Ну, я же атаку нажал. А, я не могу атаковать их, а почему? А в чем проблема? Да нет, атака же стоит. Атака. Сейчас попробуем разнести их. Что он там делает? Он там применяет какое-то заклинание, ребята. И видишь, зомби ползут на нас. Просто ордой. Как вы медленно добываете. Давайте еще ускорим, что ли, наших этих шахтеров. Попробую сейчас призвать еще к нам в помощь, наверное, мага. Но... Да что же вы там спите, что ли? Я не могу понять. Очень долго, ребят, добывают они. Очень долго. Несмотря на то, что я им дал вроде бы нормальную эту вечность, по-моему. И нам нужно с тобой как можно быстрее, ребят, еще сделать одного великана. Как ни странно это звучит, но он нужен нам. Что он там делает? Ага, вот он как раз, ребята, и призывает, а? Ты посмотри. А что если, знаешь, что сделаю? Вот так вот, лучников своих улучшим. А, хильнули мы с тобой нашего, ребята, великана. Фулл хп мы ему сделали. То есть еще простоит, да, какое-то время. Ну что, я думаю, еще одного великана мы с тобой призовем, и будет все у нас тип-топ. Во-во-во-во-во. Смотри, что происходит. Схлестнулись, ё-моё. Ну и кто кого, интересно, здесь? Да на тебе. Мак, ты что-нибудь делай хотя бы там. Вот, вот, правильно, давай, давай. Бомби по нему. Капитан здесь у нас еще живой, как ты можешь видеть. Мне еще 500 надо. Эй! Нормуль. Мне еще нужно, так, 200, да? Чтобы вызвать еще одного великана. Расстреляли чудика. Да мы его ушатаем, должны ушатать, ребят. Мы не имеем права сдуться здесь. Это уровень сложности легкий получается, да? Ты посмотри, как я на легком уровне сложности. Но, ребят, это из-за того, что у меня не прокачанные юниты. Естественно, если бы все было бы прокачано по фулке, я бы, конечно, бы на харде бы тут играл бы. Сдулся плешивенький. Нет, можно, конечно, и на легком уровне, точнее, на харде играть, но сюда нужно тогда очень много денег вкладывать, ребята, чтобы использовать чисто скиллы. Так, ну что, продолжаем с тобой тогда. Так, ну что, друзья мои, 43-й уровень у нас пройден. Давай теперь здесь. Ну что, опять на нормал иду, потому что, ну, хард, я думаю, не потяну, ребят. Опачки, а почему-то мне здесь великана не дали. Ха-ха-ха. Вот так вот, друзья мои, будем без великаши здесь с вами орудовать. Готов я, короче. Уничтожить статую врага. Понял. Ух ты, смотри, как мне какого дали. Оу, еще и король какой-то тут идет. Спартанец и король. Не хватает только лучников, да? Так, а кто тут? Слушай, они какие-то у них крупные здесь.
Какие-то крупноватые там у него враги. Так, ладно, давай еще, наверное, с тобой вызовем одного мечничка. Так, нам что, нужно ломать? Давай, наверное, тоже будем ломать с тобой. Так вообще, что мне не... Или это король, или это какой-то маг. Я не знаю, ребят, пока, если честно, кто это такой вообще. Сейчас мы с тобой посмотрим. Или же нам лучше все-таки стоять с тобой в обороне. Ну и ждать так. А лучник все-таки стреляет, да? Ты посмотри, какие они здоровые здесь. Какие-то супер войски, что ли. Я не знаю, ребят, как еще объяснить. Так, ну что, мне тут только капитан. Я могу лучников здесь вызывать. Кто ты такой? Вот объясни мне. Не пойму я. Так, ну я знаю, что они сейчас быстренько мне пробьют, по ходу дела, здесь эту стенку. И ломанутся на меня. Ой, не то сделал, не то, блин, надо было. Ладно, фиг с ним. Сейчас посмотрим, насколько они сильны и крепки. Еще одного с тобой лучника сделаем. И... Че это они убегают-то сразу же? Ха. Ваша цель была сломать баррикады, что ли, я так понимаю, да? Не нравится мне. Стоят там и выжидают у моря погоды. Щемануть, что ли, на них, а? Давай попробуем на них напасть. Так, припугнуть их. Ага. Щеманулись за мной, ты посмотри. Что тут будет происходить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ну, ты серьезно? Глядь-ка, как я, ребята, оплошал-то здесь. Хорошо, одного великана мы... А где мой этот? Вот он, капитан, да? Так, ты бы хотя бы хоть что-нибудь тут делай. Как-то, я не знаю, прикрывай. Так, копейщики там сзади помогают. А этот-то что-нибудь будет делать у нас сегодня или нет? Бедный капитан, а? Ты посмотри. Его сейчас, ребята, если уничтожат. Лучники там бомбят, 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 бомбят. А толку-то от этого? Короля сейчас, ребят, завалят. В плане, я не понял. А, они подбили короля, ребята, и все, да, и мы с вами сфейлились. В общем, единственную ошибку, которую я допустил, друзья мои, это сделал себе маленькую армию. Вот и все. Впредь этого не повторится. Так, дай-ка я, наверное, к здоровью, да, сделаем с тобой. Теперь-то уж я, друзья мои, знаю, что почем. Короля нельзя подставлять под атаку. Фу. Так, подожди, что такое? Я не понял, я же вроде бы улучшал. Так, давай. Все, готов. Будем с тобой действовать тогда немножко по-другому. Пускай у нас с тобой будет целая куча шахтеров. Пускай они тут добывают. Ускорить я здесь ничего не могу в данный момент. Только лишь кнут, если применять. Ну, я не хочу, ребят. Пускай, короче, добывает. Мы с тобой сделаем армию. Есть у нас копейщики довольно... Долго жили, но вот это, по-моему, самый ярый копейщик, да? Сделаем с тобой капиту... А что эти-то не идут добывать? А, понял. Давай пробьем. Им не хватает, ребята, рудников. Вот они тут вдвоем пашут. Нужно вот до этих вот добраться. Эти там тоже, вон, уже ломают вовсю. Эти рудники с тобой захватим и будем уже потихоньку выстраивать армию. Все, встаем в защиту. Конечно, хотелось бы ускорить их, чтобы побыстрее добыча шла. Да им тащить еще далеко, а? Видишь, они тоже, ребят, себе здесь пробивали дорогу. Вот, у них, смотри, мечник и капитоны вот эти вот. Блин, капитоны. Давай. Магов нету, как ты видишь, да?
Великанов я тоже не могу здесь призвать. Такая вот у меня армия какая-то несуразная получается. Ну, лучники тоже здесь нужны. Как ни крути. Интересно, они побегут на меня после того, как сломают баррикаду? Или все-таки пойдут обратно? И короля, главное, еще надо, ребят, защищать. Не дай боже, мы с тобой нападем на них статую, да? И король там замешкается, его расстреляют, и все, тогда фейл будет. Вот в чем еще проблемка-то. Ну вот, они сейчас, ребят, сломают. И, наверное, отступят все-таки. И самое еще противное, вот эти вот луч... Серьезно? Да ну! Ты прикинь, они на меня, ребята, щеманули. Они на меня щеманули. Ладно, давай посмотрим, сможем ли мы справиться. Я немножко сомневаюсь. Ну, копейщики, смотри, копейщик довольно неплохо держит защиту. Вот эти вот гаденыши, да, лучники, ребята. Где король у меня? Я не вижу короля. Где, блин, король? Вон он. Смотри, что происходит, а. Давай, капитан, выходи. Король, ты не подставляйся там, господи. Так, кто у них тут? Ага, вот они, еще, ребята, два этих остаются, да? Два капитона. А ничего. Блин, у меня всего два добытчика, ребята. Всего два добытчика, блин. Ну, что-то надо, ребята, делать с этим делом. Пошел, пошел, родной. Достали уже действительно в корень, просто оборзели. Король, ты главное не вздумай тут отдуплиться у меня. Давай. Бумс. Что-то я, ребят, переживаю, что короля сейчас завалят. Не завалят, надеюсь. Ага. Король, ну куда ты вот прешь-то, блин? Дурачок, а? Так. Надо еще, ребята, капитана вызывать. Че, пошли в атаку тогда, фиг ли делать? Фига они там оборзели уже. Блин, мне не нравится этот король, блин. Че там, пускай вызывает свое подкрепление, я так понимаю, да, ребята? У этого великана так просто не сломишь. О, наносит какие повреждения-то, посмотри. Бу-бух. Нет, тут, ребята, ничего им не поможет. Главное, чтобы король этот дурачок... Ты серьезно? Да, король погиб. Пал. Ну, я не знаю, что еще, ребята, здесь. Как тут вообще нам выигрывать с вами? Сколько у нас гемов? Пойду-ка я отправлюсь в магазин и прикуплю. Пять. Так, подожди. Я так сделаю. Что еще могу здесь? На лучников. А вот это что такое? А, легендарный лучник. Ну давай. Не хватает, понял. Не хватает на легендарного лучника. Офигеть, это уровень сложности нормал. Понимаешь, нормал. Это даже не хард, не какой-то там. Это нормал. Я не могу. Я не могу справиться. Так, давай, короче, ломаем баррикады эти. Три шахтера плюс капитан. Да, король, ты, конечно, меня подставляешь вообще капитально. За тобой нужно следить и следить. А как за ним следить, ребята? Есть только брать под свое руководство личное, да? И как-то его уводить. Армия будет драться, а он уходит. А других вариантов я не вижу. Да, только так. Больше никак. Подожди, подожди, вы куда щеманулись-то? Не бегите туда. Так, предположим, давай еще вызовем с тобой одного капитона.
Мечников, я думаю, нет смысла ребята здесь брать, потому что их очень быстро тут уничтожают. Вообще моментально практически, да? Единственное, вот так вот только выбирать там кого-нибудь. Ну что, давай еще, наверное, вызовем с тобой одного. Копейщики, они хороши. Хороши, я ничего, ребят, не могу сказать против них. Единственное, что вот эти вот засранцы... Опа, он тут уже мечников сделал. И причем мечники с мечиками. А с чем они должны быть еще, а? Скажи-ка мне. Конечно же, с мечами, ребят. Если бы этот король бы мог, я не знаю, хоть что-то там делать, как-нибудь там воодушевлять, призывать там кого-нибудь. Нет, ничего такого не, он не может делать. Вызвать... А, у меня же вот это есть. Я же для чего вот это вот брал-то? Чтобы ускорять их, конечно же, ребят. Сколько у меня? Раз, два, три, четыре. Четыре капитонов. Сейчас они пробьют баррикаду. Их 100% на меня щеманут, ребят. Нет. Как ни странно, они пошли обратно. Ну, тогда хорошо, ребят. Тогда мы с вами попробуем сейчас выстроить армию до предела. Самый противный, конечно же, здесь лучники. Почему-то лучники у него здесь какие-то очень имбовые. Так, давай сделаем еще, наверное, призов. Был бы у меня здесь великан или хотя бы этот призыватель, да, было бы все намного лучше. В разы. Копейщики, да, они могут прикрываться от стрел. Но это им нужно целенаправленно прикрываться. Блин, а у него, смотри-ка, золотые добывальщики, в отличие от меня, да? У меня обычная шкура ходит, а у них там, извини меня, золотые сумки. Так, ну ладно. Капьетонов побольше сделаем. И я думаю, что будет все окей. Так, 300, да? Три лучника. Ну, это мало, конечно. Нужно как минимум 6, а то и 9 отрядов. Не отрядов, а лучников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 капитонов. Видишь, они отжимаются, разминаются. Ждут, ждут, ребята, своей участи. А этот сделал 3 лучников. Плюс 2 мечника и вот эти вот 3 великана. Так, сейчас у нас уже 4 лучника. Сейчас будет 5-й, 6-й. Ну да, как-то так нам нужно с тобой сделать. И самое противное, что мы пойдем на его... Опа! Да ладно, у него еще и маги есть. Вам зашибись, у меня магов нет, а у него маги есть. Это дело дрянь. Это дело дрянь, друзья мои. Почему? Ну потому что это маги, имеющие массовую атаку. Пока мы будем вот этих охламонов бомбить, маги будут по нам стрелять, оглушать. О, короче, кисло все. Даже отряд лучников моих тут вряд ли спасет. Может быть, на них пока напасть, а? Или что-нибудь призывать такого? Что это такое у нас делать? Я не знаю, ребят. Блин. Это, видимо, какая-то ярость. А я ее уже использовал. Ты смотри, 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 смотри. Испугался, ребята, когда я был в ярости. Испугался. Ага. Свою подмогу тут вызвал, понимаешь ли. Ну чё вы там? Они на меня ломанулись, да? Смотри-ка, не стали бежать. Еще разок. Еще разок их шуганем. Рабов нужно этих бомбить. Так, уходим. Уходим, уходим, уходим. Пускай бегут к нам, сюда, сами. Встречаем. Встречаем этих охламонов, друзья мои. Король, главное, не лезь там, пожалуйста, эту в заваруху. Что у нас тут есть? Лучники, давай, атака. Ярость. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Где там король? Надеюсь, жив? Жив, по-моему, пока еще. Так, давай, наверное, сделаем еще вот так, так. Что там происходит, ребят?
Давай, давай, я не должен на этот раз проиграть. Слишком большие ставки. Ну, блин, ты достал. Так, дай-ка мне кого-нибудь. Пойдем сейчас с тобой этого мага несчастного. Вот так вот. Ну, что там, кто там, что там? Говнюк, это ты еще жив, а? Куда? Получил свое? Так, в атаку, друзья мои, в атаку. Поднять щиты. Будем... Так, раб, минус. Погнали. Естественно, друзья мои, он сейчас будет вызывать подкрепление, это понятное дело. Так, я надеюсь, мы все-таки успеем ему. Давай, 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 уничтожаем, уничтожаем, уничтожаем. Так, мне надо, друзья мои, как-то короля уводить. Короля, блин, говорю. Король, уходим. Кого там взял-то все, а? Король, сваливаем. Так, мы великана вообще хоть бомбим там, уничтожаем или что? Да, мы с тобой и статую бомбим, все отлично, ребят. Должны здесь победить. Великана мы с тобой уничтожим. Короля, главное, уберем отсюда. Я не хочу, чтобы он опять у меня подставу сделал очередную. Угу. Капитон. Ну вот, вот, вот что и требовалось, друзья мои, доказать. Ну что же, 44-я миссия уже у нас пройдена. Да? Да. А то есть вот эти вот миссии я уже не могу, да? Перепройти. Только вот эти вот, наверное, красные. Да? Ну да, ребята. А в чем смысл? Ой. Не надо, не надо. А в чем смысл, если мы с тобой на харде, на этом? Будут разные награды или что? Не знаю, напиши мне, пожалуйста, в комментариях. Ну, самое главное, что мы прошли. Да? Прошли эти два уровня. На этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!